бедных и богатых, успешных не очень. И вести коллегиально обсуждать. Но вот остановились на такой форме, потому что мы не раз с нашими коллегами, с главным субъектом, обсуждали ситуацию, связанную с бюджетом, с возможностью исполнения бюджета 2015 года, нашим прогнозом на 2014, 2015, 2016 годы. Одна из основных задач, которые перед собой ставили в бюджетном процессе, безусловно, исполнение майских указов президента Российской Федерации. И мы знаем, что эта работа у нас идет, идет напряженно, но при этом мы задачи, поставленные президентом Российской Федерации, исполняем. Но при этом необходимо признать о том, что есть ряд вопросов, которые требуют сегодня соответствующего обсуждения. Это и достаточность средств, сбалансированность бюджета, состояние с государственным долгом субъекта Федерации, состояние наших возможностей по инвестиционным процессам в регионах, по возможности направления средств на капитальные затраты, из чего не может быть развитие реального сектора экономики. Безусловно, вопрос стоит и о отраслевых индикаторах, которые сформулированы и указаны президентом и соответствующими дорожными картами, которые приняты в отраслевых частях. Я здесь сегодня с нами работаю министром соответствующих ведомств, образования, здравоохранения, особенно министерство строительства. Вот, Андрей Владимирович Чибис, я могу вам это представить, вновь назначенный заместитель министра. Предметно занимался сферой ЖКХ и так далее, ряд других коллег. Вот, поэтому я думаю, что у нас сегодня состоялся такой живой, заинтересованный предметный разговор. Есть возможность задать все необходимые вопросы как нам, лидерам, так и, соответственно, коллегам федеральных органов исполнительной власти. Ну, они, соответственно, зададут свои вопросы и отразят те подходы, которые